Всем доброго, не очень жаркого утра. С вами Нина Кусман, и я приветствую вас на своем канале. Мы вышли в очередной раз гулять. Всегда находим какие-то интересные места. И вот здесь есть потаенное убежище для охотников. Поскольку в местных лесах и садах много дичи, из тех, кого я видела, это олени и зайцы. Мы еще ходим тут не иногда. Вот, посмотрите, заинтересовала такая лесенка. Оказывается, лесенка ведет в такое убежище для охотников. Почему мы здесь оказались? Потому что вчера Андреа сходил сюда гулять и набрал очень много ежевики. Ну, как видите, всю черную он уже собрал. Но я просто захотела прийти сюда и посмотреть, что за место. В этом году ежевики действительно много. Вот она какая красивая. Я уже немножко поела. Озеро затянуто дымкой, тем не менее. Горы видны достаточно хорошо. Здесь цаун, это забор из проволоки, и всегда вокруг забора, и всегда вдоль забора высаживают какие-нибудь растения декоративные. В этом случае у нас ежевика. Итак, мы желаем вам доброго дня. Потом я смонтирую видео о вчерашней поездке в город Мейерсбург.